Рассада земляники садовой Пандора образует компактные и сильно облиственные кусты. Растения обладают достаточной выносливостью и имеют хороший иммунитет к поражению многими болезнями корневой системы, а также мучнистой росе. Ягоды крупные, весом до 40-60 грамм, имеют привлекательную округлую форму и темно-вишневую окраску. Мякоть сладкая на вкус и отличается характерным земляничным ароматом. Плоды земляники садовой Пандора обладают высокой товарностью и отличной транспортабельностью. Земляника садовая Пандора – это многолетнее растение. Земляника прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания земляники прекрасно устроит открытый грунт. Земляника садовая Пандора имеет поздний срок созревания. Масса плодов приблизительно 60 граммов грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод округлая. Окраска ягод темно-красная. Вкус десертный, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.